Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Андрій Андрійович, може це така оперативна гра з нашими американськими друзями? Тому що вони, ну, давайте скажемо, вони хочуть залишити окуповані частини не тільки Крим, а, ну і Запорожжя, Запорізьку область, і Херсонську. Вони не хочуть уходити більше. Тому що якщо вони от це от відбили, то буде наступний момент. Буде не нічия. Ничего подобного. Путин скажет, что мы победили. Конечно. Потому что Азовское море наше, я как Петр Первый, смотрите, вот сейчас одену башмаки на высоких каблуках и буду такого же роста. Потому что Азовское море стало внутренним морем России. Ну так они могут хотеть что угодно, но Украина на это никогда не согласится. И американцы, те же Бернс и Селливан никогда не смогут Украину заставить это. Вот именно это относится, вот я думаю, что именно это и в этом и задача Ермака объяснить американским руководством. Я вот концентрирую, это открытая информация, но вот я специально на ней концентрирую внимание и украинского общества, и украинского руководства. Теперь ясно, какую линию ведут Селливан и Эванс. Они ведут явно линию на эту самую почетную ничью. И российская верхушка жаждет этой почетной ничьи. То есть победы своей, другими словами. Ну, для нее это победа полная. Полная победа. Я допускаю, что Путин это не устраивает. Ну, очень хорошо, тогда они его убьют. Какая разница? Важно, что... Так, Андрей Андреевич, ну подождите. Вот на самом-то деле я с вами не соглашусь. Опять же, не соглашусь в том, что они не могут Украину заставить, американцы. Могут перестать боеприпасы поставлять, и все. Не смогут. Не смогут, но потому что это сделали бы... Вот потому что я вот и все делали для того, чтобы не смогли. Там же не один Селливан и Бернс. Против него Блинкен и Остин. Против них большинство американского конгресса, которые каждый день принимают резолюцию «Дайте Украине эти F-16». И они же приняли резолюцию «Дайте эти кассетные боеприпасы» и далее. Понимаете, мы же давайте все-таки соблюдать баланс. Мы, когда обличаем Америку за недостаточную помощь, и когда благодарим ее, мы же с разными людьми разговариваем. И это же находится в динамике. Вот я с этого и начал. У нас тут все четко. Всем услугам. Затормозить они могут, да, они затормозили, я совершенно объединен. А вот выставлять такие условия Украине, или соглашайтесь на вот почетный мир с Путиным, или мы не даем, ну не смогут они в этой обстановке. А для этого их надо разоблачать, вытаскивать наружу вот этих двойные дела. На это даже европейские союзники. Кстати, европейские союзники в целом, они сейчас как-то более едины в поддержке Украины. Там везде есть пропутинские группировки, но такой вот четкой, как в байденской администрации, группировки Эванса и Бернса нет. Поэтому... Понимая, не надо мне объяснять, какие плохие Эванс и Бернс. Это я здесь кричу каждый день. Именно для того, чтобы они никогда не смогли осуществить вот это давление на Украину. И вот именно с этого и надо начинать разговоры украинской администрации США. Самое время. Кстати, интересно, вот, по-моему, судя по такому ранжиру, Ермак-то будет говорить первый с Селливаном. Он обычно с Селливаном говорит. Ну да, да. Кулеба говорит с Блинкеном, а Ермак с Селливаном. Вот с этих цитат он и должен начинать. Это сильно усилит его позицию. Джейк, скажет он. Джейк, это вы такой послали в Москву? Тома Грэма. Да, вести переговоры о том, что русская мощь это не всегда плохо, и что шансы украинцев минимальны, и что в случае Крыма русские будут ядерные. Это хороший карт.
Мы даем российско-украинскому офису президента очень хорошие карты для продолжения этой сложнейшей игры. Но, понимаете, я немножко знаю, давайте разойдемся, немножко не согласившись. Ну, мы соглашаемся в чем? Что вся элита об этой ничье только не и мечтает. Вот вы считаете, что и Путин. Мне кажется, что Путин хотел бы другого. Он понимает, что до Киева он тоже не полностью начинал, требуя НАТО, собирайте манатки, убирайтесь вон на линию Атилы, Батыя, Джугашвили. Он понял, что он никуда не дойдет. Он понял, что никуда не дойдет до Путина. Но он хочет вот это долгого продолжения войны, в котором он может там сажать на 20 лет за фейки армии всех несогласных, рассказывать о героическом взятии, наоборот, обороне какой-то деревеньки. Но это не важно. Это вопросы наших нюансов понимания. Важно то, что у нас есть карты, с которыми мы можем объяснить четко Селивану и Бернсу, что мы прекрасно знаем, в чем ваши планы. А тому Бернсу-то и объяснять не нужно. Он, вы знаете, вот еще раз скажу, у меня много приходится спорить с американцами, с которыми у нас близкие взгляды, они говорят, не надо вот так, это не так. Вот, например, один стандартная реакция. Один очень по-украински, очень известный американский эксперт, подписывал все письма. Он мне так, когда я ему предложил, давайте все-таки какое-то новое коллективное письмо, поэтому он говорит, ты знаешь, те вещи, которые, я, говорит, не уверен еще, кто это был, Грэм или не Грэм, но эти вещи, конечно, этот человек говорил чудовищные вещи от лица Соединенных Штатов в Москве. Но я, он сказал, не могу себе представить, чтобы Джейк разделял эти взгляды. Ну хорошо, ты не можешь представить, но вот у тебя факты, что этот человек сначала, откуда он получил эти взгляды? Он 3 часа побеседовал в Нью-Йорке с Лавровым, потом он прилетел в Вашингтон и доложил об этом Селивана. И после этого, можно сказать, формально Селиван не приказал ему, но что же глупости-то мы будем говорить друг другу. Я знаю, с его ведома он поехал в Москву и продолжает. И вот, мне кажется, вот такое конструктивный результат нашей беседы – это наказ господину Ермаку, что вот начать свою беседу о гарантиях безопасности Украины надо с господином Селивером с выяснением вот этого вопроса. А встречали, а докладывали вам господин Грэм, которого вы, как кажется, не знаете. А вот давайте посмотрим сообщение крупнейшего телевизионного канала Соединенных Штатов NBC, которое как раз все это рассказало. Вот даже я информацию о тех полезных буржуазных идиотов, которые с Грэмом были, я, например, из открытого совершенно источника NBC получил. И там же написано, что они потом брифинг сделали, поехали сразу же и брифировали. Селиван, он напутствовал. Вот так вот. Нужно работать с американским партнером.